13 июня 2022 года в 12 часов 40 минут в городе Калининграде по улице Невского со стороны улицы Островского в направлении улицы Артиллерийской двигался автомобиль марки Volkswagen Polo под управлением 60-летнего водителя, который на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом марки Suzuki под управлением 26-летнего водителя, который следовал во встречном направлении прямо. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла марки Suzuki получил телесные повреждения. Обстоятельства происшествия помогают установить камеры безопасного города. Госавтоинспекция напоминает, что согласно правилам дорожного движения, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся со встречного направления прямо или направо. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения.